такое есть, короче. Порошенко, огромный привет от всех нас, и особенно от меня, как я нахожусь в Донецке, я житель Донецка, я здесь всегда вырос и живу. Большое ему спасибо за то, что у меня дома уже нету. Мне приходится сейчас воевать. Мой дом был разбит в Донецке, поселок Пески, который сейчас в данный момент находится в боях. И я пошел защищать не только Донецк, но и свой дом. И заносит ее четко тоже. Как-то создается маленькое государство наше. И я думаю, что в данный момент это нужно для нас, для Луганска и для Донецка, чтобы прошли выборы. Предполагалось, что затишье должно было быть. В данный момент сейчас на админпоселок площадка Пески. В данный момент проходятся тоже самые бои, и очень серьезные бои. И прорывы бывают, и наступления идут со стороны украинской армии. И как говорят, что затишья нету.